Всем привет, Кент на проводе, и добро пожаловать на открытие моего города под названием Кент-Сити. Чтобы попасть в мой город, вам необходимо, во-первых, зайти на мой сервер под названием Malibu, IP и порт есть в описании, а также у вас на экране, и написать Warp-City. Warp-City. Ребята, после выхода данного видеоролика всех вас я жду на моем сервере и именно на Warp-City, так что давайте, пацаны, заходите, играйте, поиграем вместе с вами, я немножко побегаю, поотвечаю на ваши вопросики. Все, ребята, поехали, город очень большой, поэтому, возможно, я все даже не вмещу в одну серию, ну а там уже будет видно. Поехали. Привет, это спаун города Кент-Сити. Спускайся вниз и наслаждайся городом. Строители: Андрей, Фриз Секси, Артем и Террасер. Большое спасибо этим ребятам, они проделали огромную работу. И вот оно, наше, ребята, центральное здание. Это что-то наподобие мэрии. Мы сюда заходим. Слева у нас раздел инфо. Справа у нас раздел список ютуберов. То есть давайте, ребята, начнем с ютуберов. То есть вот это у нас один сундучок. 100 и больше подписчиков. Как видим, у нас всего 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть у нас 8 человек, у которых 100 и больше подписчиков. Дальше. 50 и больше подписчиков у нас. Таких всего 3 человека. Я, конечно, уверен, что их намного больше, но пока что у нас зарегистрировано только 3 человека. Дальше. Ну, а тут, кстати, ребят, не совсем понятно, потому что алмазный меч — это 200-300 подписчиков, а алмазный нагрудник — это 1000 и более. А тут что-то все перемешали, но будем считать, что у нас всего 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Будем считать, что у нас 10 ютуберов, у которых 1000 и более подписчиков. И сколько тут-то? Ух ты, ничего себе! 4, 1, 2, 3, 4, 5. 20 ютуберов, у которых 200-300 подписчиков. Получить приз, возможность, если вы сняли обзор сервера. Кстати, да, ребята, большое спасибо моим билдерам, потому что они сейчас занимаются моим сервером, потому что у меня на все времени не хватает. Они раздают призы, если вы снимаете ролик о моем сервере. Чтобы получить приз, вам необходимо написать кому-то из создателей, то есть это или Андрей, или мой билдер Фриз Секси. Подарки для ютуберов: 50+ это золотой меч, 100+ железный меч, 200-300 алмазный меч и 1000 и более алмазный нагрудник и алмазный меч. Ага, а это, ребята, мой такой небольшой офис. Давайте я сюда присяду и что-то немножко поруковожу моим городом. Так, так, пацаны, вот вы, вот именно ты, кто смотришь данный видеоролик, вот просто возьми, поставь лайк, и я буду тебе признателен. А также, если ты зайдешь на мой сервер, то просто цены тебе не будет. Вах, какой мальчишка или девчишка, не знаю. Девчишка. Ну, короче, ребята, заходите на мой сервер, мне будет очень приятно, так что всех вас я жду на сервере. Я играю тут каждый день. Второй офис это игрока под ником Фриз, главный ютубер. Также у нас на первом этаже есть такая небольшая ловушка для гриферов. Если кто провинился или что-то сделал плохое, мы открываем этот люк. Так, открываем этот люк и падаем в лаву. Ну как, не мы падаем в лаву, а мы пускаем в лаву того человека, который сделал что-то плохое нам. Я еще уверен, ребята, что будет еще один видеоролик по остальным постройкам, потому что построек немало. Все постройки чисто физически я не успею обозреть. Пока что я обозрел только главное здание, а именно мэрию. Еще много всего я хочу вам сказать. Так что, ребята, большое спасибо вам всем за просмотр. Заходите на мой сервер, IP и порт есть в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был ваш Кент. Всем пока!